Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ебать, от людей много. Три L. Да, ты указал ему уровень. Да бегу, бегу. Скутеров много. Ёпта, скутер нахуй. Я взял скутер вроде. Бля, как его завести? Сука, я забыл. Я забыл, как машину. Я забыл, как скутер заводить. Все, я взял скутер. А куда едем вообще? Отъезжай, короче, до конца. Блять, едь, едь. Блять, не знаю, куда ехать. Едь. А тут много скутеров вообще-то. Тут много их. Едь к гаражам. А, не, едь к автобусникам, короче. А где эти автобусники? Блять, давай, на, короче, там, на заднем в этом встретимся. А, не, давай именно на спавне. Ай, смотри, чувака уже за 4 забанили. Лол. Еще одного. Ебать от людей, смотри, пиздец. Погосы бизнеса ловят, смотри. Бизнесы ловят тут. Ебать людей много. Кирилл, ты где? Я вон, где такси стоит. Такси стоит? Я вон проехал на скутере. У меня бело-голубой скутер. Я вон дальше поехал. Давай около автосалона. О, тут ты едешь? Я кружу, видишь, я кружу вон. Я на скутере кружу. Давай около автосалона. Автосалона давай. Какой автосалон? Ну там рядом есть автосалон. Ну я вот кружусь на скутере, ты меня не видишь? Это ты? Я кружусь на скутере на одном месте. Сейчас я бегу. Я просто там автосалон рядом есть. Ну вот я на скутере еду. А, он, ты... Блядь. Стрип ты просто чат понял. Полетел красным. Ладно, беги к автосалону. К аренде беги, понял, где аренда? А я не... Смотри, тупо випки покупают сразу, да, титановые. Да, ебать, с кейсиком, пацаны, сука! Они задодили уже. А майн, уже полный сервак, смотри, тупо полный сервер. У меня D331. Ну я еду на эконом-класс тогда. Бать, онлайн тупо полный сервак, тупо за минуту, понимаешь? Тупо за минуту. Я заходил, понимаешь? Я сразу зашел, как только открылся, у меня ID 331, понимаешь, блядь? Тупо за минуту. А у меня? 500 человек, у меня? Да. 411. Тебе повезло еще. Казино, блядь, пошли на 200 рублей, поиграй. У меня тоже только 200 рублей. Блядь, скутер не могу забрать. Вместе 400, понимаешь, мы уже с тобой мажоры. Угу. Батя скутеристов разъездилась. Мне тупо скутер, я блядь, спиздил на светофоре, чувак. Я ж не буду, надо стоять номер поезда. Походу надо стоять на светофоре. Я стоял, блядь, чувак подбежал нахуй и забрал. Охуенно просто, блядь. Ну просто приехал. Зайдем, мы зашли тупо глянуть, как это все будет происходить. Туре, ну блядь, лично я зашел. Смотри, сколько читеров выше. Просто. Читеры. Угу. Все. Вам на форум. Набор в админах, нахуй. Да? На втором серваке? Да. Блядь, давай напишем. А что там, какие требования надо? Сейчас я чекну. Пиздец, если что, ты пойдешь, ну, напишешь заявку. Ну да. Ты-то сможешь стать, а я что я могу? А там типа возраст важен. Хотя, блядь, этого ж на Amazing поставили. На самый лучший проект, блядь, типа. Ну да, там поставили чувака. Сколько, 12 ему лет? Сколько? А я не помню сам. Вот, так, это где-то заявление на админку. Напиши на форуме, где найти заявление на админку. Может, в репорт, а не на форуме. Ой, блядь. Я вышел из да, АФК видишь, тупо читы одни в основном. Наказание. Видишь, онлайн вообще не падает. Мне кажется, если... А ну, у кого уровни? У всех единичка. Они у чувака уно... А, ну это у Ричи 20 уровень. Это понятно, блядь. Кто бы сомневался, блядь. А ну, у Ричи только 20 уровень. Он Арвидос тоже пишет. Ебать, чуваков кейсы тупо. Франк какой-то тут бегает. Какой-то Франк, блядь. Да, блядь, тоже, да. Тут тоже он обидно, с бля. Не хочу я тут играть. Ну, бля, обидно, что донатеры тоже... тупо все выкупят и все, и пиздец. Ты в репорт написал, где писать? Где писать да надо? Да я думаю, сейчас так забит репорт, что мне хуй тут ведь. Нет, нихуя он не забит. Вот тут сидбот, кстати. Нет. Я думал, тут эти новый маппинг будет, но нихера здесь. Все как и на
первом сервере. Дома по ГОСТу тупо стоят. Блин, сейчас бы 500 тысяч, сейчас бы дом по ГОСТу купить можно было. Ты прикинь? Да, это, я сейчас бы 100 рублей спасибо. Было бы... Лям 200 был бы, блядь. Это да, ну блядь. Тут вот дома по ГОСТу есть. Нет, лучше уже на первый сервак, мне так кажется. То что, ну... Вот 500 тысяч дом по ГОСТу стоит с огородом. Тут тоже сейчас будут все развитые. Да, я не знаю. Не, ну сейчас заправки блядь, купят и так далее. Блядь, вот сколько дома. Заправка стоит? Не знаю. Можешь пойти по-быренькому сбегать? Посмотреть? Думаю, что я вижу, блядь, знаешь, сколько мне бежать? Ну сейчас гляну. Мне кажется, её уже купили. А, знаешь, сколько питан стоит? По-моему, 3 косаря, да, или 2? Сейчас ты прикинь, чек, блядь, это пиздец. Тупо бабочки, кап-кап-кап, кап-кап-кап. 1500. Ну, 1500, ладно, это 500 рублей чисто задонить можно. Ебать им там бабок. Я в шоке пришло, тупо я в шоке. А прикинь, x5 был. Ну, косарь это, короче... Косарь это, по-моему, 12 миллионов, что-то типа такого. Уже бизнес купили. Какой? Уже нахуй купили два бизнеса. Магазин одежды и магазин 24 часа. А что, в GPS типа отображаются? А? В GPS типа отображаются, ты что? Типа. Ну, это нормально, ебать. Заправку, походу, купили или нет, я не вижу. Я не знаю, как посмотреть. Магазин уже купили, да, заправку купили и СТО тоже купили, прикинь. Блин, лидер сюда. Блин, натуре сейчас тупо красный. Смотри, еще один купил вивку, блин. Пиздец. Че на скутерах ездит. Вот куда здесь писать? Я не знаю, куда в какой раздел написать. Тупо смотри, онлайн но... не падает вообще, прикинь. Уже сервак открыт 15 минут, онлайн не падает. Угу. Нормально, че. Охуенчик. Красавчики, родина, конечно. Уже второй сервак открыли. Первый забитый будет, это тоже забит. А ну, а первый забитый надо глянуть. Глянь, первый забитый. Да я еще его... А, не, я его не долил. Первый? Да. 493. Смотри, тупо два сервака забито. Там 493, тут 495. Ты прикинь, да? Бля, там тоже 495. Тупо косарь людей играет. Ты прикинь, тупо косарь людей играет. Я в шоке просто. Я просто в шоке. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside.